Загружаем систему, выбираем флешку. Выбираем экранистру имидж. Выбираем саму программу. Есть режим копирования, есть режим восстановления. Нам надо восстановить систему из образа. Берем образ из флешки. В данной ситуации я буду ставить Windows 10. Далее. Выбираем нужный раздел. Нужный диск. В данной ситуации у нас винчестер 1. Вот он. SSD-шный. Применить. Да, активно. Процесс пошел. Процесс продолжается. Перезагрузка через 6, 5, 4, 3, 1. Старт. Момент истины. Сейчас, уважаемые зрители, мы увидим Windows 10. Первый запуск. Ну, он будет еще драйвера подтягивать. Ну, какая разница. Главное, там и работает. Компьютер двухъядерный. Сколько оперативки? 128. 128 гигабайт оперативки. Видеокарта 1,5 литра гигабайт. Блок питания, кофе сам варит. Монитор с Wi-Fi. 10-й Windows. С холодильником, да. Нажимаем на кнопку сзади. О, 10-й Windows. И пиво выходит. Ставлю на паузу.